В силу своей профессии медицинские сестры всегда находятся в тени врачей. Однако это нисколько не умаляет их профессиональные качества. На деле они всегда намного ближе к пациентам. Поставят укол, раздадут пилюли. А главное, всегда помогут добрым словом. Здравствуйте. Можно? Тамара Николаевна, конечно. Вы снова к нам? Да. Ну, мы с удовольствием вас полечим. Спасибо, Господи. И надеюсь, помогите, что будет лучше. Да. Тамара Николаевна, прошу вас вот сюда. Галина Борисовна Шамшина, старшая медицинская сестра отделения восстановительного лечения Видновской клинической больницы. Ее задача – реабилитировать больных после перенесенных травм и операций. Пациенты встречаются сложные, а порой очень сложные. И относится это прежде всего к их эмоциональному состоянию. Но Галина Борисовна владеет профессиональным секретом в общении с такими людьми. Любой пациент является в сущности своим испуганным, маленьким, потерявшимся ребенком. Ну, я так вижу. И, в общем-то, не просто наша задача, а потребность должна быть у медика такая, чтобы не напугать, чтобы объяснить, помочь. И, конечно, главное качество – это терпение и, безусловно, любовь к людям. Вот такой он страшный секрет Полишинеля. Оказывается, это любовь. Так просто, с одной стороны. Но любое знание бесполезно, если не имеет применения на практике. Она, во-первых, не только прибором там своим лечит, но и лечит своей любовью к людям. Она очень нежная, ласковая. Она все расспросит, как вы себя чувствуете, как вы чувствуете после процедуры себе. Мне очень нравится такое хорошее. Любит она людей, поэтому лечит очень хорошо. Это кредо Галины Борисовны не только на работе, но и в личной жизни. Она счастлива в браке. Вместе с любимым мужем и приехала к нам, Видное, из родной Электростали. В районной больнице работает всего 5 лет. Однако для профессионала своего дела и это срок, чтобы зарекомендовать себя. Галина Борисовна работает у нас сравнительно немного. Но за этот небольшой промежуток времени ее все полюбили. И коллеги, и пациенты. Она специалист от Бога. Ни один пациент не может сказать, что она кому-то ответила грубо, кому-то плохо отпустила процедуру, ко всем с большим вниманием, с чуткостью, с заботой, очень четко выполняет свои должностные обязанности. Когда-то она мечтала стать врачом, но родилась дочь, пеленки, дом, работа. Завертелось, все навалилось и не получилось. Однако Галина Борисовна вовсе об этом не жалеет. Считаю себя очень счастливым человеком. У меня крепкая семья, у меня любимая работа, у меня дети. Я многодетная мама, у меня муж, зять, дочка, внучка. Я всех забочусь, мне это очень важно, приятно, и что это счастье. День медицинской сестры – праздник международный, ведь милосердие и любовь – понятие интернациональное, единое для любых религий и географических регионов. Можно смело сказать, что на нашей малой родине Галина Шамшина как раз и воплощает символ сестринского милосердия. Илья Кремнев, Владимир Бежумов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.